То есть вы в зоне вот сколько провели? 111 дней. Вот, все. Каждый день записан. Ага, правда, с 11 числа. Вам пишем. Каждый доказательств предлагает письмо. Там вот эта пленка была. О, это все в пленке. Даже у нас в палатках постели обязательно. Проснулся, убрал постель. Пленкой затянул ее, две вешалки под пленкой, полы в палатке постелили, вот такой толстый релин, 4-5 мм. Предупредили нас стирать, купаться, там, менять белье, там, обувь, ну, короче, это довольно серьезно было. Машины. Арсы такие, спецмашины с СССРными, и день, и ночь мыли дороги. Смывали пыль, которая на них попадает, чтобы на бетоне не было. Вот в это время могла маленько прибольнуть голова, и во рту появлялся металлический привкус. А вот это вот как раз, вот, наверное, повышение фона и было. Среди нас называем их гробовые. Наполированный гроб можно берет. Льгот только, слава богу, господину Радаеву, эти льготы с каждым годом меньше. Это же вот действительно позор. Хотел с Ивантеевки доехать до деревни по удостоверению бесплатно. Нет, да вы что? В Ростовскую область к брату ездил, приезжаю на станции Лихай, на автовокзал зашел. Смотрю, мужчина красные корочки какие-то достал. Ну, я тоже достал раз. Подаю ей в окошко. Она выписывает мне билет на автобус и штамп бесплатно. Это вот, в родном районе меня ошкурили, а этот хрен знает, где-то в Ростовской области бесплатно.